В России растут цены на красную икру. С середины июня в Камчатском крае, где добывают до 60% этого деликатеса в России, они подскочили с 1,5 до 2,5 тысяч рублей за килограмм. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре Российского союза промышленников и предпринимателей Герман Зверев. По его словам, одна из причин – сокращение улова лососевых видов рыб на Камчатке. По некоторым оценкам, в этом сезоне он снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Есть и сугубо рыночная причина. Растет конкуренция между предприятиями, которые перерабатывают икру на месте вылова, и компаниями, которые делают это в центральной части России. Последние, чтобы заполнить сырьем свое производство, готовы скупать икру по более высоким ценам. Из-за всего этого в рознице красная икра до конца года может подорожать на 10%. Сейчас 100-граммовая баночка стоит в среднем 200-250 рублей. В Росрыболовстве уверены, что ситуация нормализуется. Хорошего улова лососевых ожидают на Сахалине.